Да? Он и пытается как раз таки играть под этот смок. И он работает в пользу девайса. Минус на флай 5 на 4. Девайс в очередной раз меняет позицию. В очередной раз удивляет команду Liquid. Неприятно. Глейв в ангаре. Также мы помним работу от него в предыдущих раундах на этой позиции. Девайс не мажет в очередной раз. Отходится ВП. Тут еще есть легкий байт на игрока с эмочкой, который там уже готов. Также, ну и Глейв сейчас, возможно, будет пушить. Эдиш забирает бок. Эдиш делает еще один минус. Вернее, Глейв, простите, конечно же. Ну и Тако один против пятерых. Это ГГ. Команда Астралис становится чемпионом Е-лиги. Премьеры получают 500 тысяч долларов. Ну, что я могу сказать? Поздравляем. Поздравляем чемпионов. Они сыграли на этом чемпионате 8 карт и все выиграли. Они лучшая команда в мире на данный момент. И, конечно же, 500 тысяч долларов и кубок Е-лиг Премьер. Вижу цель, не вижу препятствий! Да. Кричат Астралис. Да, молодцы ребята, действительно показали ультимативную форму на этом турнире. Можно дальше отдохнуть. Я так понимаю, что увидим мы их уже на DreamHack Master Stockholm. Ну а Liquid, стоит отметить то, что они сыграли тоже неплохо. Они, не то чтобы с какими-то огромными проблемами, но все-таки более-менее уверенно выходили из группы. Обыграли в полуфинале команду Natus Vincere, но здесь в финале все-таки команда Астралис оказалась им не по зубам. Это слишком большой зверь. Да, молодцы. Астралис, конечно, отличная игра от них. Опять же, команда выглядит как машина. Машина, которая идеально действует. На этом турнире они не проиграли ни одной карты. Да, это... И вот он, кубок. Е-лиг, премьер 2018. Ну и вручает его, я так понимаю, офицер армии США. Да. Ну и поднимает кубок Эмиль. Кстати, интересно, кто будет все-таки MVP. Ну и деньги посыпались сверху. Девайс. Деньги из монополии. Я думаю, что девайс. Наверное. Николай Рид зарабатывает себе это звание MVP. Он же сейчас с кубком. Прикольный кубок, но, судя по всему, его не очень удобно держать. Интервью. Дюпри, готов отвечать. 500 тысяч долларов у вас в кармане. If there was any doubt, doubt no more, the Astralis era is here to stay. Definitely, we are here to stay, and the era has just begun. Ну, мы действительно хотели выиграть этот чемпионат. Уже не первый для нас. The era has just begun. В этом году. This meant a lot to you and the team, and in fact, Device said that this was very important to walk away from. I know, especially with the Device говорил о том, как очень важно вообще отдыхать перед этими турнирами. Super good, like, obviously it's winning, о чем ты сейчас думаешь? Какие ощущения? Очень хорошо выигрывать такие турниры, как Е-лига. Ну и я думаю, что вся команда рада этой победе. Фантастика. Фантастика. Это игра команды Астралис. Действительно, у вас были очень крутые несколько месяцев в этом году. И мы действительно хотим выигрывать еще больше. Так что мы будем максимум фокуса отдавать на каждый чемпионат, в котором будем участвовать. Ну и мы, конечно же, сфокусированы на мейджоре, на фейсе мейджоре. Ну и ваши чемпионы. Е-лиг Премьер 2018, команда Астралис. Е-бой! Молодцы, ребята, действительно.